Дома можно использовать это упражнение. Say your sentence. Do this a couple of times. Произнесите предложение, сделайте это упражнение пару раз, представьте пространство. And then you imagine the big triangle. И представьте большой треугольник. Okay. So first step, find a partner and both of you center yourself. You say your sentence. The version it is now doesn't have to be perfect. Шаг первый. Найдите партнера, встаньте друг напротив друга, центрируйтесь и произнесите свое предложение. Не нужно это делать идеально. And then the other person does the same for their sentence. После этого ваш партнер произносит свое предложение.